Всем привет, с вами Ксюша и... Я. И я. Вся моя семья. И Арина. Сегодня мы решили снять видео, что в моем телефоне. Ты будешь со мной сниматься в этом видео? Да. У меня телефон 12 Pro Max. А у меня 11. У меня в графитовом цвете, а орешки в белом. Да, давайте сразу снимем чехлы пока. Давайте и посмотрим. В обычных не Pro версиях телефоны сами глянцевые, а камера матовая. Pro наоборот все. Покрытие матовое. А камера глянцевая. Здесь еще на яблочке зеркало есть. Android нервно грызет ногти в сторонке. Я ничего не имею против Android. Смотрите. Сейчас я хожу вот с таким чехлом Сваровски со стразиками. У меня такой обычный от Apple чехол. Он такой ближе как к бирюзовому. У тебя сколько чехлов? Ну, у меня очень много чехлов, именно которые... Оригинальные Apple. Да, от Apple, много разных цветов. И мне очень нравятся такие чехлы, которые закрывают камеру. Вот здесь вот закрыто вот эти моменты. Сами кружочки как камеры открыты. У меня есть такой чехол с мишкой черный. Потом у меня есть такой с Микки Маусом, яркий там, разноцветный он в принципе. Короче, у тебя просто коллекция чехлов. Да. А я в этот раз почему-то с этим телефоном с чехлами сильно не заморачивалась. У меня есть такой эппловский кожаный, черный, чисто. Есть прозрачный эппловский с кружочком. Также у меня есть какой-то прикольный чехол с мишками, которые обнимаются. Ну вот этот Сваровский есть. И еще какой-то есть, мне кажется. Или нет? А, и еще розовый есть у меня. А, точно. Вот. Это мой любимый розовый. Реально? Да. А я тебя прошу всегда его одевать, а ты с этим носишься постоянно. Носишься постоянно с этим. Ах, какая. Я вообще, ребят, планировала все свои чехлы перенести на 13 Pro Max. Кто не знает, я хочу себе 13 Pro Max телефон. Я его уже заказала. Я снимала такое видео, ссылочка в описании. В общем, он будет серебристый на 512 гигабайт. А ты хочешь себе новый телефон? Да, я бы тоже себе хотела 13-й. Мне он нравится. Не до конца разобралась. Там, где не три камеры, а две вот так вот. Это обычный 13-й. Ну да, значит его. И, по-моему, там есть такой красный, да? У меня такого еще не было, и вот я бы, наверное, хотела такой ярко-красный. А синий тебе не нравится? Нет. Синий очень красивый. Нет. И розовый. Вот розовый очень прикольный, что, знаешь, он вроде и с розовыми чехлами подходит, и с прозрачными. А знаете, мне еще нравится голубой, 13 Pro Max который. А, да, красивый. Я тоже думала, что 13-й голубой телефон будет популярный, поэтому я выбрала серебристый. Ну, как бы я и хотела больше серебристый. Но его не привозят почему-то именно серебро, представляешь? Я в шоке. Я до сих пор жду. Повезло. Заказала уже давно. Не повезло, не фартануло. Ждите, надеюсь, что скоро будет видос, как я буду покупать телефон. И потом все же будет ходить всю неделю счастливая. Да, буду прыгать вот так вот, в лицо вот так вот, свать всем вот так. Ага. Смотри, 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 айфон, смотри, у меня 13-й. Будешь фоткаться? У Ксюши в фотопленке очень много фотографий не ее, а именно одноклассников, которые просто фоткаются вот так вот. Там же не нужен пароль, чтобы, например, вот ты открыл, да, телефон, смахнул вот так, и вот уже тебе камера. Они просто берут, подходят, фоткаются, у меня, короче, вся фотопленка в них. Класс, да? Ну, мне просто лень удалять. Сколько у тебя гигабайт на телефоне? Если честно, я не знаю. Смотри, у меня 512, заходи в настройки. Как так у тебя 512? У меня 256. I'm sorry. Сначала я покажу гигабайт, а потом уже покажем свое оформление. Нажимай основные. У меня 256 гигабайт. У Аришки 64. Вообще, как ты не забиваешь это все? Мне вообще много не надо, в принципе. Я в шоке. Мне бы вообще не хватило. Кстати, я знаю, что... Она хочет 1 терабайт. Терабайт? Я хочу 512. Да? Терабайт или как? Терабайт не нужен. Я помню, что в начальной школе у меня был 5-й телефон, ну, 5S. Угу. И у меня там было, знаешь, сколько гигов? 16. Как это возможно? Такое вообще существует? Вообще, я в шоке. Но при этом мне хватало столько. Кстати, ребят, я забыла вас спросить, сколько у вас гигабайтов на телефоне? И пишите, хватает вам или нет. 256 мне вообще не хватает. У меня вообще фотографии, наверное, 200%. Ну, может, 150. Ну, 200 гигабайт в смысле. Процентов? У меня в Телеграме аж 4 гигабайта забито. Капец, а почему у меня так много? А у меня знаешь сколько? Всего 426 мегабайт. Ну, я там практически не переписываюсь. Я в Телеграме только если с часов тебе ответы отправляю. На контрольный. Я сижу, у нас же вдвоем Apple Watch, и мы сидим такие. Она мне отправляет на часы фотографии ответов, и я быстро ставлю на обои, такая сижу, пишу такая. Короче, так. Давай теперь покажем оформление телефона. Это самое интересное. Вообще, самое интересное. Правда, я еще не доделала. У тебя такой огромный, и у меня такой маленький. Смотри, у меня начальные обои вот такие. Эстетика. Я, кстати, знаете, у меня раньше было черное оформление, я переделала все в белое. Потому что я уже приготовилась к серебристому айфону. Очки в руках. У нас эстетичные обои вдвоем. Да, эстетика. Мне еще good morning здесь написано. Мне не написано. Два. Подождите, нужно разблокировать айфон. Все. Первый экран. Я поменяла все иконки на приложение.
сделаю их все белыми. В самых главных у меня телефон и музыка, потому что это две самые нужные вещи. И виджеты с туфлями у меня здесь в ванне и в зеркале. Дальше тоже белые приложения. Эти виджеты мне не нравятся, я их потом поменяю, но хотя вот этот вообще топовый. Статуэтки на книжках, солнышко через окно светит и цветочки стоят. Чем, а тут я еще не успела доделать. Здесь у меня все приложения, на которые я уже нашла иконки, а эти я еще не нашла. Ищу. Это все. А у тебя что? На первом экране у меня 4 самых важных приложения вот здесь вот. Кстати, еще у нас с Ксюшей обновление iOS 15. Да, у нас мы сделали. Так, дальше. Второй экран. У меня вот так вот тут все. Такие виджеты красивые, эстетичные. Кофе какой-то со льдом красивый, журнальчики. Журнал Волк, а здесь журнал Диор. Да, здесь журнал Диорчик красивый. Сумочка и стаканчики какие-то. И собачка тут я вижу. Кофе. Да. И руки. Красивая фотка. Здесь у меня тоже собачка, но она немножко, ну, другая. Здесь собачка вот так вот лежит, а вот здесь вот так. А здесь у меня просто там, что в папках, это типа учеба. Здесь просто. Здесь приложения, в которых я там сериалы смотрю. А здесь у меня шопинг. Ничего себе у тебя шопинг. У меня здесь так, по мелочи, в основном у меня на айпаде все магазины. По мелочи, пошопиться, так знаете, покупочек, вот столько вот. Всего. Вообще я люблю онлайн-шопинг, это очень удобно. Но у меня времени нет. Этот, виртуальный, ой, наоборот. 3D-шопинг, 7D ощути. Она сделала белые такие иконки. Я не хочу делать белые, ну, вообще другие. Я хочу свои оставить, которые у меня есть, цветные, потому что мне так удобно. Сейчас будет история из жизни. Сегодня Ксюша такая берет свой телефон. Где фотографии, типа, сфоткать, чтобы? Да я забыла, потому что... Вот, я такая, вот, она такая, где? Того же! То есть я даже больше знаю, где у Ксюши фотографии. Знаете почему? Камера. Потому что она на уроках берет мой телефон и снимает панораму. Да, это самое угарное, что вообще существует. Давайте сейчас... я покажу панораму вам, Сарина. Ну-ка, тихо, я сейчас тебя спалю. Не надо. Да я себя тоже покажу, подожди. Смотри. Слив на меня. Это тупо я. Вот это панорама получилась. Панорама — это способ повеселиться. Арин, какими ты приложениями чаще всего пользуешься? Давайте же посмотрим. Я очень часто пользуюсь погодой. Ну, разумеется, фото, камера. Вот здесь вот у меня просто на быструю руку, что я сразу нажимаю. Там я пользуюсь, допустим, соцсетью WhatsApp. Дальше у меня есть соцсеть Telegram. Я пользуюсь приложением Zendly. Я, кстати, вам советую тоже. У Ксюши он тоже есть, мы там вообще над друг другом наблюдаем. Да, но я его недавно вроде удалила, либо спрятала. Либо спрятала куда-то. Почему? А я не пользовалась им уже давно. Нет, так осталось. Так я тебе какашку отправлю, будешь пользоваться. Ксюша, так неприлично. В смысле? Ребята, скачивайте Zendly, если вы так же любите поприкалываться, потому что там смайлики с озвучкой. А сейчас я покажу свои часто используемые приложения. В общем, для меня это телефон, музыка, ТикТок, ВК, Инстаграм, Ютуб и Ватсап еще здесь. Еще я пользуюсь камерой, фотками, разумеется, лайки, Сафари, куда же без Сафари. И Шазам, вот. Шазамом часто на часах пользуюсь, очень удобно. Я еще не сказала, какими я, часто использую у меня приложения. Это кошелек, у меня здесь все карты, такси, МТС, переводчик. Знаете, я вообще-то сама все перевожу, но на всякий случай. Finger. Вот это я скромная. Что такое Finger? Ноготь, говорит, ноготь. Все, отстань. Я недавно нашла такое приложение, если у вас есть какие-то привычки, ну, нехорошие, от которых вы хотите избавиться, смотрите, скачивайте вот такое приложение. Так, сейчас будет обзорчик. Что у тебя за привычки? Смотрите, добавляйте на плюсик и ищем, какая у вас плохая привычка. Я очень много шоколада ела, а мне нельзя есть шоколад тоже. В 7 классе она на уроках ела не знаю сколько плиток шоколада. Я просто сладкоежка, я очень люблю шоколад. Добавила сахар, ну потому что шоколад, сахар там одно и то же. Нажимала далее. И сколько я держусь без шоколада? Я заглядывала постоянно в это приложение днями и ночами и смотрела, сколько я уже продержалась. А как он по камере что-то? Вот смотри, вот ела. Вот уже видите время воздержания 46 секунд и так далее. То есть так может быть 2 дня, 3 дня, неделю, месяц. Ну, конечно, такого никогда не будет. Вот такое приложение очень удобное. Арина, давай теперь про игры. У тебя есть игры? На телефоне у меня вообще игр нет. Я уже не маленькая. Не то чтобы я не маленькая, просто на телефоне мне игры не нужны. А вот на iPad у меня там дофига игр. У меня есть видео, где я показывала игры в поезд. Ссылочка в описании. В общем, на телефоне у меня осталось только 2 игры, и то я играю только в одну. Судоку. Сейчас я в нее практически не играю. А нравится мне... игра Bounce and Collect. В общем, мы тоже в нее играли с Лизой в поезде. У нас было соперничество. Если ты смотришь это видео, Лиза, привет. Между прочим, знаешь, на каком я уже уровне? Сейчас я тебе покажу. Вот я на 77 уровне. Галя!
Тут шарики умножаются. Это очень прикольная игра, прям залипаешь. У тебя много музыки на телефоне? Знаете, я на самом деле не такой уж и меломан, но меня музыка вдохновляет, поэтому у меня такие песни, знаете, которые я... Показывай уже, нам не тяпит. А, немного вообще, то есть музыки. А у меня просто фотогалерея, смотрите. Мне кажется, это слишком мало. Я очень люблю слушать музыку, вот прям могу слушать ее 24/7. У меня много есть музыки, которые я не добавляю в плейлист. У меня есть автор, которого я, например, ну типа люблю слушать, я не добавляю все его песни в плейлист. Я добавила какую-то одну песню и просто нажимаю перейти на артиста. И там его как бы песня. Арина, уйди из Инстаграма! Убери вообще телефон! Это мое! Обосран тут! Параллелограмм. И как бы я просто слушаю музыку, которая именно у автора. Телефон у меня забрала, она уже стихов взяла. Сейчас вот музыку найду какой-нибудь. Ты любишь рисовать? Нет. Я плохо рисую, поэтому. А я так. Я чуть-чуть рисую. Плохо, чуть-чуть неплохо. Короче, у меня вместо кошки свинья просто недавно получилось. Ладно, давай справляй. И вот так вот еще нужно нарисовать. Красенок. Если вы хотите челлендж рисунки с Аришкой, хотите посмотреть, как она рисует? Я стрёмно рисую. То ставьте плюс в комментарии. Так, почему еще не показать с тобой? Давайте сейчас я вам такое покажу. Ладно. Телефон у меня отобрала. Так и быть. Давайте камеру сравним. Давай, что будем снимать? Давай снимем мой чехол. Дорама. Быстро спустилась. Ну все. Спускайся сюда. Это срочно. Догадайтесь, какого она знака зодиака? Не говори. Догадывайтесь. Догадывайтесь, да. Мой знак зодиака, он очень хороший. Я сужу это не по себе, а по своим друзьям, которые такого же знака зодиака. И они прям все люди очень хорошие. Я такая же. А у меня другой знак зодиака. Короче, смотрите наши камеры. Садись сюда, на пол. Сядь. Я не хочу. Ну сядь. Не хочу. Ну сядь. Сравниваем камеры. Берем телефон. Смотри, вот я включила обычное фото. И что у тебя на экране написано? У тебя просто 1х написано, а у меня вот 3 таких циферки. То есть я могу сразу нажать, у меня будет 0,5 широкоугольная. 2.5х приближение. А Арина, чтобы так сделать, должна нажать на 0,5х, у нее как бы не приближается. Чтобы приблизить, ей нужно либо делать вот так, у Арины максимально 5х, а у меня максимально 12х. Сейчас как я тебя приближу? Я тебя не приблизила, я тебя унизила. Ребята, рассказываю историю. Как можно пофоткаться, чтобы просто можно было угорать на всю квартиру? Да, ты рассказываешь, я показываю. Не, я показываю и рассказываю. Нет. Смотрите, фоточка. Ну не надо. Не надо. Быстро удалила. Обижилась, Серега. У меня новые обои. Давай, смотрите. Делаем. Давай на операторе пока. Эля, испытуемый. Палату номер 5. Смотрите, мы принесли Елю, сейчас будем фоткать. Сейчас будем испытывать. Берем 0,5х. Элечка, фоткаемся. Печеньку будешь? Сыр. Сыр, сыр, сыр. А теперь давай ты говоришь сыр. Сыр будет. Сыр. Вот такие у вас фоточки получаются. Смотрите, какая фотка. Вот такие вот у нас телефоны. Пишите в комментариях, у кого телефон лучше. It's my телефон. Or it's my телефон. Какой у тебя звонок? Вот, позвони мне. Теперь ты мне звони. У меня вообще на всех разные. Да? Потом покажешь мне, как ты это сделала. Да. Я хочу поменять, мне не нравится мой рингтон, мне он уже бесит. Это все. А WhatsApp? Давай я тебе позвоню на WhatsApp. То же самое. А теперь ты мне звони. А, так вот. Мне вообще все одинаково звонят. Ну, как бы рингтон у всех одинаковый, я хочу все поменять. Этот телефон, когда я получу свой 13-й, отдам своему брату. А я еще не знаю. Возможно, я тоже хочу себе новый 13-й айфон, а возможно, не хочу. А знаешь, что нужно дождаться? Нужно дождаться 14-го. Так это еще целый год ждать. До следующего сентября. Ну ты же хочешь на Новый год, как я слышала. Да. Вот, а там всего полгода остается. Мне кажется, что 13-й будет очень отличаться от 14-го. Я уже хочу 14-й, хотя у меня еще не 13-го. Вот за поворот. Ребята, если вам понравилось это видео, то обязательно ставим лайки, подписываемся на канал и всем пока. Все, дети, пацаны!